go? Shall we open the door to the bidet? Yeah? I'm sorry. I'm going, Papa. We're going to the bidet. Yeah, we're going. Горячий душ приняла. Why are you going? Надела душку. Чем выйти поужинать, эти два разбойника решили играться. И если я где-нибудь лежу, они всегда должны или рядом лежать, или что-то делать. В общем, наигрались, поиграли, и под глаз фингал поставили. Синяк. Фингал — это синяк? Что-то в этом роде. Так что, если завтра синяк, это не муж, а дети. Как болит. Анька! Покажи. Мальчики, муж говорит, я тебе же говорю, давай их дома оставим. Не послушала я. Нет, пусть отдыхают, пусть делают, что хотят. Как-нибудь потерпим. Окей, пойдем немножко погуляем, потом поужинаем. Они уже поели, я им все принесла. Пусть немножко погуляют. Кошки. Я думала, дочка что-нибудь нарисовала. Water. Is water, Hassan? Water. Water, она хочет помыть. And away. И такой like, чистюля, кстати. Beth and Lucy were mixing up the watercolor ink and then that's what happened. Хватит кушать, мальчик мой. Мы обычно туфли кладем на кровать. Это у нас обычай. Мы сейчас не кушаем. Это уже мокрое полотенце. Обычно маленьким полотенцем чищу. Окей. Papa. Is that the city all the way there? Yeah. Like Solvang. With those houses? Yes. Okay. We're going to Solvang? Yes. Solvang is the city. Cool. Did you not know that? No, you don't. So, charger не берем. Okay, все. Пошли. Shall we go? Yes. Okay. Let's go. Yeah. Они уже побежали. Это нужно пока что туда положить. Dreaming of a jackpot. Please do not disturb. Эта надпись говорит. Я во сне вижу джекпот. Не мешайте. Во сне и мой дедушка видел джекпот. Главное в реальности, да? Джекпот видеть. Нам это, кажется, не суждено. Рам, дверь не закрылся. Кто-нибудь зайдет и джекпот возьмет. Наш.
гостиница мирная. Но здесь детей даже никто не приводит. Это просто для senior mostly. Обычно, да? Ну, не пожилые, но молодые с детьми сюда не приходят. Думаешь, мы молодые? Очень. Да, очень молодые, просто с детьми. Did you not take the segment? Yes, sir. Да. Okay, what is it? Casino or lobby? Lobby. Лобби. Из гостиницы выходим, да? Едем в Солбанк. Мы уже в Солбанке. То есть... Это как маленький виллидж. Это виллидж. Это виллидж. Ага, виллидж гирл. Хаджан. We're going to have a dinner. It's like a chicken tank. Солнышко прямо на ее глаза. Джон, I love you too. Love you, Mom. Так солнечно. I love you too. Он такой ревнивый, когда Арка обнимаю, летит, чтобы его туда, это самое, подтолкнуть, утолкнуть. Весь в отца. No, we have to find our car. We have to get our car back. Our car, guys. Oh, it's right there. Come here, Jordan. Как сядут в машину, начинают о чем-то спорить, ссориться, но тихо. Но если с машины выходят в простор, там уже совершенно другое происходит. Сами знаете, родители знают про что я говорю. Нет, о чем я говорю. Все это возьми кичкайли лунг динеранинг у Гангтун. Окей. Поскорее, чтобы уснули, отдохнули. Бедные дети очень устали. Not now, давай. Ха, hotel-ин гналу, тунчен гналу. We're gonna go to the hotel. Окей. Окей. Он думает, сегодня обратно домой едем. Паниковал. Очень бесполезные. Thank you, Mom. $5 is gonna be there, okay? You can just look at it, Арка. Там 2.5 килограмм, да? Мишка такая. Гамми, не знаю, как гамми. Не жвачка, это конфеты, но можешь... Резиновые конфеты.
Сама тоже не видел. Свет тоже не видел. Anyway, он хочет, чтобы я ему своей сломанной рукой купила эту конфету. 2,5 килограмма яда. Hey, Spasek. It's cold, huh? Холодно. Я уже мерзну. Пойдем поскорее поужинаем. Пойдем в отель. Еще раз попробую горячий душ принять. И отдохнуть. Давайте бежать. Али, Пепка! Главное здесь магазин. Денмарк! Окей. No! No! Don't touch Denmark! У него очень нежный голос. Если хотите отдохнуть, приходите в Солвенг и выходите в город только после 6. Здесь как будто бомбу уронили. Эгоист такой. Все хочет себе. So I'm now. So cold outside. I know. Okay, you want French fries? Oh, they have kids menu. У них детское меню тоже есть. Yeah, but there's nothing. There's nothing. Говорит, ничего там нет. Сейчас я еще один синяк получу. Значит, у них меню для drinks, для алкоголя. Целый меню такой организованный, с кожаной формой, так скажем, не помню слова. А для еды только такая бумажка. Односторонняя, двухсторонняя. Вот так вот. И все у них в ресторане organic, здешний. И мясо, и vegetables, овощи. Дети пришли за френч фрайс. Им больше ничего для полного счастья не надо. Френч фрайс и chicken tenders. Куриные эти мягкие курочки. Не курочки. В общем. I know, we've been here many, many times. We love it here. Thank you. Thank you. Какой добрый дедушка. Подошел, говорит, дайте я фото сделаю, чтобы вся семья в ней была. Согласились. Здесь люди очень добрые. Некоторые. Не так, как этот. Оро, верни, мамон. Говорит, я так хорошо рисую. You're the best. Такой серьезный.
такие тихие сейчас. Им или еду давай, или карандаши, чтобы рисовали. 10 минут максимум. Только. Здесь удобнее. Thank you. You can take this menu. Kids don't want to drink anything. I asked. У них и эти трубочки, paper, бумажные. Сейчас стараются все пластиковые трубочки удалить, угнать вон. Вода плохая. Опять я начала жаловаться. Но здесь еда вкусная. I beg, why are your clouds brown? У него облака коричневые почему-то. Не в настроении, значит. Beg, why? А лошадка почему-то зеленая. У него очень уникальное воображение. Он все делает наоборот и назло. Говоришь люблю, говорит ненавижу. Что-то хорошее ему скажешь, и поэтому дети мои старшие все наоборот говорят. Он все равно скажет обратное, да? Так что мы уже знаем, как с ним обращаться. Пока вырастет, будет нормально, все по-нормальному. Okay, it's okay, you can share. I have a cool dinosaur. Oh, that's interesting. It's dinosaur. Interesting. Hold on, I know why, because this dinosaur is like a thing that people think is a armor. У мужа бургер. И все. Okay, hangist. Это стейк такос, но лимон не принесли. Сейчас попробую. Если не хорошо, лимон попрошу. Очень вкусно. Свежий. Хамурабек? Да? Наслаждайся, муж мой, господин. Очень вкусные тако были, стейк тако. Я была не голодная, но все съела. Опять хамовек, чикен. Сейчас курочку попробуем. Немножко кетчуп, немножко майо. Но это ранч, ранч соус. Очень хорошая, очень мягкая внутри, криспи, хрустящая тоже. Сейчас доедаю остатки детей, но не детей, еды. Yes, and new dishes, ugly dishes. Этот уже играет. Вкусно. Зелень помогает. Mom first.
Джон, он усталый. Сегодня у нас это быстро уснет. О, такой теплый. А там я. Вот и поели, а теперь можно и поспать. Алька говорит, это самое длинное справление моего день рождения. Он еще думает, что это мы его день рождения справляем. А я молчу, говорю, да, так и есть. Мы его назвали Алька. Если кто не знает, Алька по-армянски, по-русски, это король, как бы. Царь. Царь. О, царь. Царь это не король. Почти. Король это... В общем, царь равняется король. Anyway, моя свекровь говорит, вы его назвали королем, вы сами и с ним справляйтесь. Вот мы и справляемся. Алька! Он хороший мальчик. Но иногда, когда с Беком нужно что-то делать, он справляется. Все. Заплатили, счастливые, уходим, бежим, то есть не спать хочется, детям тоже. Искупаю в горячей ванне, в теплой, и укладу спать. Все. Гнатенький рехек. Он что-то работу взял. Работу. Холодно. Мороз. Очень красивая погода, если честно. Романтическая. Потом говорит, о, не заснял, еще раз проходите улицу. Но мы же не... Окей. Мама, you're going. Oh, my God, no, my God. Столько побежали, тепло стало. Тут же, да, вот и Ленгену. Тетка, он говорит, сейчас же лето, почему это так холодно, господи, Jesus, Алька, I love you. We have a Lego store. Lego store, yeah. Lego store? Yeah, remember? The Lego stuff. И прям как Новый год. Свет, свет ничего, у нас лампочки, да, лампочки. Christmas lights. The bookstore that we used to store. I do not. I do not remember anything that we got here. Except how we rode. Yeah. Like how we Доехали. Thank you. Guys, Spasik, how petty? How petty? I don't know what lane they're working on right now. But now, petty, Zerka? You know what lane? Lusari. Three. Чинка Карл, Томми. Спасик, папа, Нельга. Wait. It's bizarre by me! Me! Аджан, ха, спас Мингалиса, папа. What
это без ключей не поднимается. Может быть, кто-то не то придет и захочет подняться. It's fourth floor, Аркадий. У нас сосед есть. Давайте поднимаемся, он тоже в седьмой этаж идет. Он говорит, как самочувствие? Мы очень это громкие люди, вы нас услышите. Yes. Всегда все спрашивают, как ваше самочувствие. Вот им это и не интересно, но они очень polite, очень такие, не знаю, как polite, с манерами. Да. Вежливые, очень вежливые. Им интересно, неинтересно спрашивают, как вы поживаете. Ох, как тепло здесь, я хитер включил. Люся Леварет? Окей. Камеру включи, выключай. Окей. Детей искупать и спать. Это игнору Инара. Я фрукты порезала. Он говорит, мам, положи. Окей. Положи на пол. А сейчас карагутель. Он тарелку хочет, а здесь тарелки нету. Окей, хода. А то он не съест. Еще ему вилку и нож подавай. Спасибо. Подожди, дорогой. Окей, экик паркек. Эйса Кона, сейчас делаю. Эйк, Эйса, тогас Кона, лук. Най, Эйса, стыга Кона. Ой, тогас. Капризно. Chisano. Jumping. Okay, sleepy sleep time, Arka. I did it. Nikok, Nikok. I am the survivor. Okay, Arka, that's it. Verj. No. Еще как-то их попросит перед сном. Okay, eat your fruits and go to sleep. Mom. Хочу лунч. Он хочет сейчас муви найт сделать. Муви найт. Наслаждаются и смотрят. Что смотрят дети фудблогера? Они смотрят фуднетворк. А что делает муж фудблогера? Он ест и монтаж делает. А что делает наша молодежь в бассейне? О, молодежь уже спит. Никого нету у бассейна. Всем спокойной ночи.